Мы полагали, пришельцы явятся из космоса. Но появились они из морских глубин. Что там происходит? Впервые кайдзю появились в Сан-Франциско. Вторая атака пришлась на Манилу. А третья обрушилась на Кабо. И до нас дошло. Само это не прекратится. Чтобы сражаться с монстрами, мы создали собственных. Потребовалось новое оружие. И родилась программа «Егерь». Два пилота, наше сознание и память едины. Люди и машина становятся одним целым. Сегодня, когда надежда почти угасла и подошла к концу наша эпоха, нам осталось лишь поверить друг в друга. Сегодня мы встретимся с тварями, стоящими у нашего порога. Сегодня мы отменяем апокалипсис. Недурственно.